Дети Донецка получили мороженое. Представители Союза добровольцев отвезли на Донбасс очередной гуманитарный груз, которым на этот раз стали 86 тысяч порций сладкого лакомства. Саратовские волонтеры доставляли мороженое во все детские дома и интернаты Донецкой республики. Стоит отметить, что молочный завод там был разрушен несколько месяцев назад, и дети уже около года не видели мороженого. Сейчас как бы у нас очень нехорошее время военное. Вы подарили деткам радость. Дети, скажите, пожалуйста, спасибо.